сколько машин стоят на отстойнике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, там тринадцать, четырнадцать. А почему 6 часов стоите? Долго очередь. А с чем это связано? Что, врач один? Почему так? Только один врач в приемном покое, плюс нету мест. Вот женщин принимали без очереди, потому что места были. А мужчин не принимали, пока не вывезли несколько человек, тогда несколько человек приняли. То есть мужские палаты переполнены. Поэтому задержка получилась. Вот мы сейчас вывозим больных, освобождаем место, чтобы эти могли дальше сдать. Скажи, пожалуйста, сейчас работы много? Последних 3 месяца, хоть многие и не верят в это, но с ковидными просто завал. Что инфекция, что здесь, забиты до упора. Ужас. Но, тем не менее, проводят массовые мероприятия. Вот после дня города ждем, вот как раз 2 недели, 16 число, вот ждем новую, усиленную волну поступления ковида. Потому что весь центр города был в притирку, стояли вплотную, ни единой маски, ничего. Сейчас ждем, опять новая волна будет. Как вас зовут? Алексей. Алексей, вы водитель, да? Да. Спасибо вам.